Па адным дрэве за кожны год мірнага жыцця. У рамках акцыі «Кветкі перамогі» вучні Ратамскай школы высадзілі мемарыяльны яблыневы сад. Маладым людзям дапамагалі і ганаровыя госці, прадстаўнікі Міністэрства прыроды і аховы навакольнага асяроддзя, Саюза моладзі і ветэраны вялікай айчыны. 70 яблынь маюць глыбока сімвалічны сэнс. Ведь яблони – это сегодня саженцы, а завтра это плодоносящие деревья, то есть это плоды. А когда мы говорим о нашей работе, вообще о нашей жизни, то мы говорим о том, что задача каждого – как можно больше плодов принести. Поэтому то, что сегодня происходит здесь, то, что происходит в эти дни по всей стране, это еще и объединение людей. У нас сегодня были и ветераны, которые тоже приняли активное участие в посадке этих деревьев. И вот, в частности, один из них изъявил желание ухаживать за этим садом. И даже пообещал нам, что мы дождемся первого урожая, и с его участием, может быть, даже торжественно попробуем первые яблоки с этого сада. Нагадаю, акция «Кветки перамоги» почалася яшчэ зимой. По всей краине молодь высаджвае дрэвы, кветки, як символ росквіту и урадлівасці родной земли.